Thank you, Sasha. We are very pleased to welcome today's speaker, Anastasia Losova of the State Institute of Art Studies in Moscow. And she will be speaking in Russian on the specificity of Russian Orientalism in Vasily Polyanov's Christos i Greshnitsa, Christ and the Woman Taken in Adultery. In other words, specifika ruskova orientalizma v kartine Vasilya Polyanova Christos i Greshnitsa. And our two esteemed собеседники will be Nadezhda Kitsenko of SUNY Albany and Emily Laskin of NYU and Berkeley. And as usual, you are welcome to speak in your questions in either English or Russian. And the same goes with the answering. So thank you very much, Anastasia. Yeah. I'm very happy to see everyone, and I'm very glad to have an opportunity to have a talk today. So thanks for all organizers and for their patience in this big work. So I think I can start now, yeah? Предметом моего сообщения будет картина Василия Дмитриевича Поленова «Христос и грешница», или, как предпочитал называть ее автор, «Кто из вас без греха», созданная им и показанная. Созданная им в 1887 году и показанная на 15-й выставке передвижников. Замысел картины возникает еще в 1867 году. Под впечатлением от картины Александра Иванова «Явление Христа народу». Впервые карандашные и живописные эскизы Поленов создает в 1873-1876 годах. Замысел зреет, но остается невоплощенным. Внезапно ускоряет создание картины трагическое событие – смерть сестры художника Веры Дмитриевны Поленовой Хрущевой, который он обещает перед смертью завершить работу. Осенью того же года, 1881, он вместе с историком искусства Праховым и его учеником, историком и филологом Абамелик Лазаревым, уезжает в путешествие на восток, в Египет и Святую Землю. Главной целью поездки было наблюдение природы и культуры тех мест, где разворачивалась евангельская история будущей картины. Во второй половине XIX века в русской живописи не сложилось того направления, которое в европейском изобразительном искусстве именуется ориентализмом и связывается с мощным увлечением художниками-странами и культурой мусульманского Ближнего Востока и конструированием образа Востока в искусстве. Русские художники по большей части отправлялись в путешествие паломничества в Святую Землю, а следовательно оказывались в типологически другой ситуации, взаимодействовали не с чужой культурой, а с истоком своей собственной. Казалось бы, Поленов отправляется в похожую поездку, однако это не совсем так. После достаточно короткого пребывания в Стамбуле путешественники 3 месяца проводят в Египте за изучением древности и даже предпринимают круиз по Нилу вглубь страны. Поленов очень живо воспринимает этот небиблейский Восток. Он много рисует, и его письма изобилуют скетчами, как, например, вот этот. В итоге из путешествия он привозит десятки живописных этюдов, которые составили отдельный блок на 13-й выставке передвижников в 1885 году. Как же пребывание на Востоке меняет первоначальный замысел картины «Христос и грешница»? Насколько сходной оказывается она с конструкциями ориентальных сюжетов из европейской живописи? Как уживаются внутри этого принципиального для русской живописи второй половины XIX века полотна библейское и ориентальное?
Зарождение замысла картины «Христос и грешница» и его исполнение можно назвать границами целого 20-летнего периода в творчестве Поленова, внутри которого целый ряд сюжетов и картин выражают комплекс близких или связанных друг с другом идей. Они имеют непосредственное отношение и к внутренней работе художника над Христом и грешницей. Поэтому, прежде чем анализировать, как видит евангельский сюжет художник, уже приобретший опыт восточного путешествия, и как этот опыт претворяется в его работе, попытаемся обрисовать семиотическое поле творчества Поленова, в котором происходит формирование замысла картины за 15 лет предшествующих поездке. Через 4 года после встречи с картиной Иванова и определения собственных намерений, которые Поленов формулировал так: «Писать Христа, цитата, совершающего свой путь среди народа», цитата кончена. Поленов заканчивает полотно «Воскрешение дочери Иаира». Спустя еще 2 года художник выполняет первый, известный на настоящий момент, эскиз «Христа и грешницы». Но одновременно вектор его интереса несколько меняется. И в 1874 году в Париже Поленов выставляет картину «Право господина». Имеется в виду «Право первой ночи». За ней следует арест гугенотки Жакобин де Монтебель. Работа над пострижением негодной царевны, эта картина не была им закончена, и полотно «Цезарская забава». Создание этих произведений исторического жанра было важной частью творческой работы Поленова до путешествия на Восток. Вынашивание идеи Христа и грешницы происходило тогда, когда его живо волновали сюжеты узаконенного насилия в разных исторических эпохах. Ядром всех названных полотен, несмотря на разницу антуража, позднесредневековой Франции, Руси или Римской империи, является общий комплекс идей в разной пропорции, сочетающий темы насилия, мученичества, кары и сексуальности. Во всех случаях в центре внимания художника оказывается переломный момент в жизни героини, причиной которого является моральный или религиозный конфликт. Идеологический аспект происходящего может быть выпукло подан художником, как в картине «Арест гугенотки», или практически нивелирован, как в «Цезарской забаве». В этом полотне Поленов вообще не дает предысторию происходящего, и зритель сам склонен ассоциировать героиню с христианской мученицей благодаря деталям, грубому одеянию. Мы его вот покажем сейчас, да. Или грубому одеянию, подобному власенице, или цепочке на шее, вот ее здесь немножко видно, на которой, видимо, висит крестик. Опасность, грозящая героине, каждый раз связана с насилием, но ее степень может быть разной. От монашеского заточения, которое предполагалось в пострижении негодной царевны, до пыток и мучительной смерти, как в этой картине. Наконец, сексуальный аспект происходящего в той или иной степени присутствует во всех названных картинах Поленова. Он может составлять основу сюжета, как в «Праве господина», или скрытые интриги, как это предполагалось в пострижении негодной царевны, а может быть введен как дополнительный смысл, считываемым зрителям благодаря подчеркнутым молодости и телесной красоте героини.
Все переломные моменты в судьбах героинь, которых изображает Поленов, иконографически связаны с особым пространством преддверия. На картине «Право господина» действие происходит во дворе усадьбы и ограничивается с одной стороны воротами, за которыми стоят родственники девушек, а с другой – лестницей замка, по которой только что спустился хозяин, собирающийся выбрать девушку. В «Аресте гугенотки» сюжет разворачивается в сходном пространстве. Героиня появляется из каменной арки, ее берут под стражу на ступенях лестницы. От работы над пострижением негодной царевны остались только эскизы кремлевских палат и храмов Соборной площади. Но очень вероятно, что художник в качестве места действия снова предполагал пространство преддверия, как, например, в этом эскизе. Наконец, героиня из «Цезарской забавы» изображена в переходах крепостной стены, своего рода коридоре смерти, который замыкали катаракты. Вот мы их тут видим. И не оставляли жертве надежды на спасение. Сущностных изменений в пространстве действия не происходит. Меняется лишь его антураж. Последняя картина переносит нас в средиземноморское пространство, написанное с эффектами пленэрного освещения, предвосхищающими световое решение Христа и грешниц. Но постепенно изображенное событие все больше трактуется художником как зрелище. В работе «Право господина» и «Арест гугенотки» жертвы и мучители действуют внутри одной сценической площадки. А в картине «Цезарская забава» герой, носитель власти, ну вон мы его сейчас показываем, он наверху, наблюдает расправу с моста, являющегося подобием зрительской ложи. Описанный комплекс идей, сочетающий в себе чувственность, отсталость и деспотизм, рождающий в качестве героя слабую жертву, объект пристального доминантного наблюдения, сходен с европейскими конструкциями Востока, которые еще Эдвард Саид называет ориентализмом. Этот ориенталистский комплекс идей существует и развивается в творчестве Поленова до поездки на Восток, до появления в его творчестве какой-либо восточной тематики и воплощается в позднесредневековых или позднеантичных сюжетах. В этом семантическом поле вынашивается замысел картины «Христос и грешница». Кажется, что и ее воплощение должно уложиться в уже опробованную схему. Тем более, что многофигурный вариант подобного сюжета уже имел к этому моменту устойчивую иконографию в живописи Жана Леона Жерома и его последователей. Художникам давно созданы покупка рабыни, арабский рынок наложниц, а в 1884 году, то есть во время написания «Христа и грешницы», в Россию была куплена картина Жерома «Продажа невольницы», где, как и в будущей картине Поленова, героиня оказывается объектом наблюдения сразу двух толп – возбужденной толпы патрициев перед девушкой и пассивной группы рабов, ожидающих в своей очереди позади нее. Структурно близкая мизансцена, но уже облеченная в ориентальные декорации, была к этому моменту реализована и в русской живописи, в картине Маковского, Владимира Маковского «Болгарские мученицы». О знании этой работы Поленовым и выстраивании собственного замысла с учетом этого опыта говорят некоторые черты внешности и пластика героев Христа и грешницы. В частности,
частности, темнокожие фигуры, вот мы сейчас покажем, заглядывающие через плечо героини. Их присутствие и у Маковского, и у Поленова не обусловлено сюжетом. Здесь такая темнокожая фигура, вот и вот. А скорее является маркером его ориентальности. Наконец, и в путешествии самого Поленова в 1882 году был эпизод, когда он сам был частью такой доминантной толпы, наблюдавшей за соблазнительной героиней. Посещение выступления танцовщиц Алмей. Этот эпизод относится ко времени плавания художника со своими спутниками по Нилу вглубь Египта. Мы узнаем об этом из письма его спутника Адриана Викторовича Прахова, который подробно описывает, как вся компания путешественников побывала на выступлении Алмей в местном заведении в местечке Эль-Кап. Прахов последовательно рассказывает о прозаических деталях, снижавших градус романтического ожидания таинственных танцовщиц. Цитата. «Предлагают шагнуть в темную дверь. Мы шагнули, что-то спит. Мы дальше, во двор, что-то заблеяло». Все расхохотались такому прозаическому началу. Цитата кончена. Говоря о появлении Алмей, Прахов описывает как костюм, так и манеру танцовщиц держаться на публике. Цитата. «Вошла вторая Алмей, уже наряженная, в длинное зеленое платье, с поясом под грудями. Она вошла с такой миной. Смотрите, как я хороша». Она в самом деле удачно напоминала египетского сфинкса. Цитата кончена. Далее в письме следует описание кульминации выступления. Цитата. «Появилась бутылка с чем-то, и Алмеи начали прикладываться. И по мере того движения делаются азартнее и откровеннее. Но это все обыкновенно. Вот одна постарше берет импровизированный подсвечник, то есть бутылку с горящей свечой, ставит себе на голову и начинает плясать. Свеча не шелохнется. Вот плясунья опускается на пол и начинает плясать лежа, переворачиваться ритмическими движениями под музыку, ложится то на бок, то на спину, то на живот. Свеча точно приросла к ее голове. Это был шедевр». Цитата кончена. Казалось бы, этот эпизод должен был привлечь внимание Поленова в связи с разработкой картины «Христос и грешница» как вариант пластической режиссуры созерцания зрителями-мужчинами обольстительной героини в провокативной и, благодаря свечи, драматургически напряженной ситуации. Но в эскизах и рисунках художника не появляется ни зарисовок красавиц восточного типа, ни публика, поглощенная зрелищем. Этот эпизод, будучи актуальным опытом, оказывается для художника своего рода фигурой умолчания. При том, что в европейском искусстве к 80-м годам 19-го столетия сюжет танца Алмей успел стать расхожим штампом живописи ориентализма. И обращавшихся к нему мастеров в равной мере занимали изображения самой пленительной героини и реакции зрителей, в которой подчеркивались очень разные эмоции. От мрачного вожделения, как вот в этой работе Жерома, до искреннего восхищения, как, например, в картине Людвига Мюллера. Во время путешествия Поленов вообще очень редко обращается к изображению женщин, что до некоторой степени идет вразрез с декларируемой целью поездки – написать грешницу. Подобные немногочисленные примеры относятся только к египетской части путешествия, да и на них героини
изображены в ситуациях, скорее нивелирующих, чем подчеркивающих их гендерный статус. Простолюдинки с эскизов, женщина из окрестностей Каира и египтянка, одеты в мешковатую, полностью скрывающую фигуру одежду, и запечатлены издалека. А героини с эскиза «Две женские фигуры и одна мужская с осликом» сидят на корточках, полностью завернувшись в покрывало. Работая во всех этих этюдах над мимическими масками, Поленов увеличивает головы и мало прописывает тела героинь, полностью пренебрегая выявлением телесного начала, особенностей женского костюма или пластики. Редкость обращения к женским образам можно объяснить своего рода честностью Поленова как путешественника. В своих эскизах он фиксирует то, что видит, а посещая Каир и основные достопримечательности, европейцы практически не соприкасались с арабскими женщинами. После путешествия на Восток Поленов иначе, чем в предшествующих работах, трактует образ героини. Особенно заметен контраст с картиной «Цезарская забава», которую мы уже смотрели, где художник подчеркивал чувственную красоту, готовой погибнуть христианке. Фигура грешницы, мы ее сейчас еще разок покажем, вот она, теперь не выделяется из толпы ни одеждами, ни обнаженностью, что можно объяснить наблюдением художника восточного уклада жизни во время путешествия и пониманием того, что сцены публичного обличения не могли быть картинами соблазна. Пластику героини нельзя никак назвать привлекательной. Она сжимает кулаки и упирается всем телом, тормозя движение, влекущее ее толпы. Из-под платья торчат грубые башмаки, вот они, не женского размера. Тем самым момент внешней привлекательности героини сильно нивелирован. Реальные впечатления художника, связанные с созерцанием выступления танцовщиц, оказываются или невысказанными, или не похожими на ориенталистские конструкции, связанные с образами чувственного Востока, и не воплощаются в рамках библейского сюжета. И если в эскизе к картине «Христос и грешница» 1876 года, то есть до путешествия, главная героиня изображалась, вот она, изображалась как полуногая дева со спущенными волосами, чья чувственная красота и уязвимость подчеркивались ниспадающими драпировками, то в эскизах после путешествия на Восток, вот еще разок, вот у нас грешница, ее гендерный статус не акцентируется. Фигура полностью скрывается коричневым платьем и приближается к образу Иосифа Прекрасного. А вот он здесь, вот он, Иосиф Прекрасный. На эскизе декорации к спектаклю «Иосиф», поставленного на домашней сцене Абрамцевского кружка. Эскиз для этого спектакля был выполнен Поленовым за год до путешествия. Представленная на нем сцена с устало сидящим фараоном, вот фараон, жрецами, проделывающими загадочные, но наступательные пассы, и приведенным из темницы Иосифом, которого держит за плечи стражник, находится в русле композиционных поисков Христа и грешницы. В итоговом варианте картины в фигуре грешницы, как и в фигуре Иосифа из эскиза, в первую очередь подчеркивается то, что герой молод и приведен как пленник. Внимание художника смещается с того, что героиней является женщина, взятая в прелюбодеянии,
Это не подчеркивается никак. Теперь она часть толпы. Несколько меняется и пространство сцены. Местом действия на картине является двор Иерусалимского храма, то есть знакомое пространство преддверия. Но в данном случае оно бесконечно расширяется, превращаясь в подобие перекрестка дорог. По одной из них, вот здесь, толпа тащит согрешившую женщину и проезжает Симон Киринеянин. Другой можно уподобить храмовую лестницу, по которой в числе других, согласно интерпретации Поленова, идут евангельская вдовица и раввин Гамалиил. Здесь же на обочине расположился и Христос с учениками. Рассматривая Христа и грешницу как финал смысловой и иконографической линии работ в творчестве Поленова, важно отметить принципиальное усложнение коллизии. Такое смещение фокуса интереса художника, который меняет и комплекс идей, заложенных в работе. На этот раз история о жертве, нарушении сексуальных запретов и насилии увидена не сама по себе. Она помещена художником в большой и многомерный мир, где действует множество воли и интересов, увидена как инструмент манипуляции толпой. В сравнении с предшествующими произведениями в картине происходит смена действующих лиц. Подлинным героем для Поленова является не прекрасная жертва, а толпа, частью которой, в свою очередь, оказываются все изображенные, включая грешницу. Одна часть толпы находится в состоянии агрессии, другая пребывает в состоянии оцепенения. Фанатики, следующие за фарисеями, наступают, аффектированно жестикулируют. Сидящие вокруг Христа бездействуют. Их созерцательность не соответствует ситуации и граничит с отрешенностью. Но если пластически следующие за Христом и пришедшие с фарисеями у Поленова противопоставлены, то колористически, с точки зрения цвета, они написаны в едином ключе. Действующие лица с обеих сторон одеты в грубые ткани, выбеленные или выкрашенные в землистые тона, полностью укрывающие фигуры. И этим художник добивается того, что зритель легко может увидеть противоборствующие стороны как часть одной толпы. По сути, Поленов демонстрирует два модуса поведения толпы, которые художник имел возможность наблюдать во время поездки на Восток. Впечатления от поведения толпы присутствуют в письмах Поленова из путешествия как отдельная тема, но относятся не к палестинской, а к египетской части поездки. Тем не менее, представляется, что они сыграли свою роль в период конструирования толп вокруг Христа и фарисеев на картине. Особенности поведения толпы Поленов отмечает, наблюдая верующих в мечетях, неизменно указывая на их несметное количество и безлично именует их тюрбаны. С одной стороны, художник отмечает автоматизм, управляемость, способность толпы к мгновенному возбуждению. Цитата. «При известных словах вся масса белых и зеленых тюрбанов, расположенных правильными рядами, то становилась на колени, то вдруг скакивала, то нагибалась к земле, и все как один, с удивительной дрессировкой. Минут через 15 молитва кончилась, и поднялся ужасный гвалт. Тюрбаны расположились кругами. В середине каждого очутился мулла, и началось преподавание Корана. Кто во что гораст, как в торговый день на базаре». Цитата кончена.
С другой стороны, Поленов видит способность членов этой толпы многие часы механически повторять одно и то же, становясь выхолощенной оболочкой действия. Цитата. «Двор сплошь покрыт бритыми халатниками в белых тюрбанах, сидящими на корточках или лежащими в растяжку и занятых долблением вслух Корана. Кое-где сидят уже обучившиеся муллы и громким голосом толкуют этот же Коран, стараясь перекричать друг друга, и стоит тысячеголосный стон». Более нелепого и одуряющего впечатления никогда не испытывал. Цитата кончена. Безусловно, эти впечатления можно найти на картине в сильно трансформированном виде. Но толпе, следующей за фарисеями вот этой части, свойственно резкое, аффектированное, то, что Поленов называет базарная пластика. В ней все кричат одновременно, и поднимается тот самый, упомянутый Поленовым в письмах, ужасный гвалт. В фигурах, окружающих Христа, напротив, сказывается привычка часами не менять позу. Их легко представить себе раскачивающимися из стороны в сторону на грани транса. Они почти безучастны к происходящему, несмотря на разворачивающуюся перед ними драматическую ситуацию. Представляется, что изображение агрессивной толпы, тащащей на суд грешницу, и изображение толпы, созерцающей зрелище суда, в картине Поленова восходят к разным художественным традициям. Репрезентация ее агрессивной части, сплоченной религиозной идеей, восходит скорее к отечественной живописи, в частности, к работам Иванова, Маковского и Репина. Отметим, что и герои явления Христа народу, не теряют своих социальных характеристик и остаются представителями хорошо различимых семейных групп. Мы их так и называем – путник, раб и господин, отец с сыном и так далее. А следовательно, они не превращаются в толпу. Картина Иванова оказывается важной для Поленова скорее как иконографический источник воодушевления пророком своих слушателей. В ряду изображения толп, сплоченных религиозной идеей, важное место для Поленова занимает полотно Константина Маковского «Перенесение священного ковра в Каире». В первую очередь потому, что Маковский первым в русской живописи пишет восточную толпу и опирается при этом на свои впечатления и зарисовки из путешествия. Отметим, что и на Маковского, и на Поленова толпа производит впечатление именно в Египте. Не случайно африканский колорит сохранится и в итоговом варианте картины, в той части толпы, которая непосредственно тащит грешницу. Именно для изображения этих героев Поленов больше всего использовал зарисовки типажей, сделанные еще в египетской части путешествия. И хотя выходцы из Африки не были заметной частью населения Иерусалима первого века нашей эры, тем не менее эскиз «Голован убийца» трижды варьируется художником в картине для изображения героев, жаждущих расправы. Перенесение ковра трактовано Маковским как динамичное, во многом стихийно развивающееся действие, в орбиту которого постоянно вовлекается разный люд. Разносчики, нищие, зеваки, паломники и так далее. Именно стихийное начало и способность мгновенно обрастать новыми участниками
станут важными качествами толпы гонителей в картине Поленова. Наконец, особой вехой в иконографии толпы становится картина Репина «Крестный ход в Курской губернии». В рассматриваемой нами линии важны две черты, которыми Репин обогащает сложившийся в картине образ и который Поленов развивает в своем полотне. Многие герои «Крестного хода» наделены художником утрированными чертами, выявляющими социальные пороки общества, что не мешает этим героям являться частью толпы, легко растворяться в ней. Тем самым придание характерных черт не тождественно наделение героя собственной волей. Важно и то, что религиозно воодушевленная толпа в картине Репина становится организмом, потенциально содержащим в себе агрессию, сдерживаемую, но зримо проявляющуюся в эпизодах между жандармом и нищим и деревенским старостой и горбуном. Поленов превращает агрессию в принцип стихийного формирования тела толпы. Точно так же и среди гонителей у Поленова мы можем увидеть разнообразные этнические типы внешности и целый набор эмоциональных масок – злобы, глумления, торжества, садистического удовольствия, которые, не составляя собственных характеров и отдельных человеческих воль, будут выражать общее состояние толпы, градус ее накала. На одном из живописных эскизов к картине после путешествия в 1884 году, который ныне хранится в музее-заповеднике Поленова, эти мимические пробы производят эффект гротеска, как, например, здесь, здесь, здесь и здесь. Художник увеличивает в размере головы всех героев из группы фарисеев, использует крупные мазки и контрастные цвета, как бы закрепляя за каждым персонажем маской одну ярко выраженную эмоцию. Особенно это сказывается в изображении ближайших к грешнице гонителей, изображенных в синем и красном головном уборе, роде фески, непосредственно слева и справа от нее, и воплощающих жестокость и кровожадное возбуждение. Эти лица, наделенные угольно-горящими глазами, выдвинутыми или отвислыми челюстями, укрупненными носами и скулами, восходят к натурным гротескам художника, сделанным в начале путешествия в Константинополе. На них Поленов рисует нищих обитателей на улицах турецкой столицы. Тенденциозность, с которой он это делает, обусловлена тем, что в турецкой части поездки художник во многом не может стать на позицию любознательного путешественника. Сказывается недавний опыт участия Поленова в двух военных кампаниях против Турции, препятствующий возникновению человеческого интереса художника к своей модели. К возможности живописными средствами расчеловечить образ, Поленов возвращается и в разбираемом эскизе картины, но в итоговом решении полотна сильно смягчает трактовку толпы гонителей. Здесь мы уже не увидим таких гротесков. Теперь обратимся к героям, расположившимся вокруг Христа. Во многом с помощью текстов художественных критиков Соболева и Кристи, тексты которых были изданы сразу после первого экспонирования полотна Поленова на 15-й выставке передвижников, практически все фигуры вокруг Христа были соотнесены с прямыми учениками Христа, его тайными или будущими последователями. А опираясь на кальку,
видимо, сделанную самим Поленовым с фотографией картины, можно сказать, что для живописца все слушающие Христа были конкретными героями евангельской истории. На прорисовке художником надписаны имена всех 14 героев, расположенных слева от Христа. Для искушенного в канонических и апокрифических источниках зрителя все они могли предстать как исторические личности с собственной биографией и психологическим складом. Даже на лестнице храма изображены нестафажные фигуры. Вот тут они. Вот они. А сочувствующие Христу евангельская вдовица и раввин Гамлиил, будущий защитник апостолов. Но если поименованы Поленовым окружающие Христа как его сторонники, то на картине они представлены совсем не так однозначно. В позах и мимике части героев можно прочесть безразличие, сомнение, готовность осмеять или пуститься в демагогические рассуждения. То есть все те качества, которые присущи толпе слушающих и одновременно пытающихся уличить Христа иудеев, описанные в 8 главе Евангелия от Иоанна. Особенно это касается группы на заднем плане, самим Поленовым отождествляемой с Матфеем, Клеопой и Иудом Искариотом, и сидящих ближе к первому плану Иаковом и Филиппом. Предмет изображения, занимающий Поленова в этой части картины, толпа, наблюдающая зрелище, нов для отечественной изобразительной традиции. Непривычна для русского художника сама позиция героя. Поленова интересует не соучаствующая в преступлении или сострадающая жертве, как, например, у Сурикова, а именно наблюдающая расправу толпа. В силу количества героев и разнообразия изображенных реакций художник разворачивает целую картину физиологии наблюдения зрелища, щекочущего нервы. Зато прецедентов изображения подобной толпы с избытком в живописи европейского салонного ориентализма середины второй половины XIX века. Например, в живописи Жерома, Евгения Жерарде, Леопольда Мюллера, Отто Пилне, Людвига Дойча или Фабио Фаби. Сюжеты, в которых в изображении которых можно найти наблюдателей наиболее близких тем, которых рисует Поленов, связаны с совершенно определенным кругом тем, тем, которые легитимизируют публичное созерцание женского тела. Это выступление танцовщиц или продажа рабы. Именно это возбуждающее, дразнящее толпу зрелище порождает отклик наиболее близкой пластической характеристики сторонников Христа на картине Поленова. В этих работах, так же, как и у Поленова, и активная мимика, и мрачное оцепенение говорят о предельной вовлеченности толпы в происходящее. Часто, кроме дразнящей наготы героини, внимание зрителей на картинах европейских живописцев приковывает и определенная опасность, с которой сопряжено выступление. Например, местом действия, как у швейцарского живописца Отто Пилни, может оказаться пустыня, а сама Алмея танцевать с пантерой или, как у Жерома, с саблями. Вспоминаем эпизод танца со свечой из воспоминаний. Наиболее точной аналогией толпе, изображенной Поленовым со стороны Христа, представляются персонажи знаменитой картины Жерома «Заклинатель змей». На обоих полотнах мы видим фигуры, сидящие на корточках
или скрестив ноги, подпирающие голову руками и чуть подающиеся вперед в качестве выражения большей заинтересованности. Настроение зрителей в обоих случаях можно определить как смесь одобрения и напряженного ожидания. Различаются герои скорее не эмоциями, а принадлежностью к тем или иным этническим типам. В картине Жерома – арабскому и негроидному, на полотне Поленова – арабскому и иудейскому. В целом, несколько огрубляя ситуацию, можно сказать, что и заклинатель змей Жерома, и описанные работы европейских художников с изображением танцовщиц, невольниц и Христос и грешница Поленова содержат в себе одну матрицу ориенталистского сюжета – созерцание пленительного героя в ситуации обостренной опасности. Тот комплекс идей, который в европейской живописи обычно получал свое воплощение в произведениях ориентальной тематики, Поленов варьировал в картинах на темы европейской истории. Вспомним все работы «От права господина» до «Цезарской забавы». Этот же ориенталистский сюжет можно обнаружить и в библейском полотне художника, где новозаветная форма повествования дает возможность не только изобразить, но и заострить его. Одновременно Поленов заметно меняет акценты. После путешествия на восток в картине «Христос и грешница» фокус интереса художника смещается с самой героини и ее антагонистов на провокаторов и наблюдателей конфликта. Структура этой работы остается библейской и восходит к работе Иванова, так как кроме мучителей и жертвы в ней есть и фигура учителя, разрешающего конфликт, то есть Христа. Но внутренней ориентальной темой произведения, решенной с помощью художественных средств из арсенала европейского ориентализма, становится поведение толпы, сама возможность и форма публичного лицезрения насилия. Спасибо за внимание. Thanks. Thank you very much, Anastasia. Thank you so much. We will now turn to our собеседники, and first we will hear from Emily Laskin. Thanks. Thank you. Emily. Hey, я буду говорить по-английски, но хотела сначала сказать спасибо большое, Анастасия. Это было очень интересное представление. Okay, so I'm just going to say a few brief words about, I guess, the larger context of Russian Orientalism and what Russian Orientalism signified in Russian literary and artistic culture at the end of the 19th century. So I think we typically divide Russian Orientalism or Orientalism in the context of Russia into three categories. The first is the kind of Saidian idea of the British, French, Western European gaze on the Arab world and North Africa, kind of translated to Russian arts and letters. I'll say a few more words about that version of Russian Orientalism in the context of Poliennov in a minute. The second kind of idea that Russian Orientalism contains is Russia's encounter with its own Orient, first in the Caucasus and then in Russian Turkestan. And I'll say a couple more things about that also in a minute. And then finally, the kind of third valence of Russian Orientalism is the issue of the Western European gaze onto Russia itself and a certain anxiety that gets expressed over the course of the 19th century in Russian literature and Russian art, that Western gaze bore some resemblance to what we now call Orientalism, that it was a sort of othering of Russia by Europe. And so
one way of understanding Russian literature of the 19th century is that the second sense of Orientalism, Russia's encounter with its own Orient, helped Russian culture to kind of work out and assuage some of that anxiety about its about Russia's own intermediate place between Europe and Asia. So I have come from the world of literary scholarship. And one of my questions, Anastasia, is whether that kind of tripartite configuration holds up in the study of visual art. Because it seems to me that Polyanov is doing something that doesn't quite fit into either of those three categories. It raises a fourth option of what Russian Orientalism is, which is something like a Russian gaze not onto its own Orient, but onto Western Europe and Western European history. Okay, that's the background. Now, to think about how Polyanov might fit into those three or possibly four categories, it seems clear in some ways that he's maybe in the first category, that is Western European imaginations and visions of the East, in the sense that Said, you know, have famously delineated. And it's maybe not surprising that these themes existed in Polyanov's work, as you say, before his trip to Istanbul and Egypt, although I would like to hear more about maybe why or the origin of those themes before his journey. At the same time, I can't help but being struck by the timing of Polyanov's journey to the Near East, because and his artistic production, his painting that came out of that journey, because it coincides almost exactly with the Russian conquest of Turkestan, which produced its own sort of genre of Russian Orientalism. I'm thinking of the paintings of Vasily Vereshchagin, which I'm not sure if that would be a useful comparison, but it did strike me that Vereshchagin has, I think, I would say off the top of my head, almost none of the religious themes, but shares some of the depiction of violence, exoticism, a certain ethnographic gaze, and also a lot of portrayals of the Vostochna Tolpa, the Eastern or the Oriental crowd. That is basically the extent of my comments. I will close with just a couple of, basically two more questions. One is about a little bit more about the crowd. I think that this presentation brilliantly shows how that the representation of the crowd, the tolpa, moves from Polyanov's work about the East to Russian painting, in your example, Repin, about Russia. I'm wondering if there's any way that the vision of the crowd and also the tension between the crowd and the few figures, the heroes who stand out from the crowd in some way, I wonder if that is, if we might also see that as symbolic in any way of the relationship between Russia, the East, and Europe that Polyanov is trying to negotiate. And then my last question is just about kind of whether you could say more about the location of culture, we might say. So you really show where the Near East is in Polyanov's work, what he imports and translates from his trips and what, excuse me for the siren in the background. So what he imports from what he saw in the East. I'm curious about where Europe is in his work and especially where Russia is in his work. So if we're going to call this Russian Orientalism, what is specifically Russian about it? Thank you again so much for this paper. I learned a lot from it and I'm very pleased to have read it and listened to you today. Thank you. Thank you, Emily.
We will now hear from Nadezhda Kizika. Thank you. I will pick up on a few of Emily's themes, as I also express my gratitude, I think our collective gratitude to Anastasia for showing how Polyanov moves, and indeed how perhaps Russian Orientalism moves from being a predictable, unattractive, racist and sexist depiction of the East into something much more interesting. And you have touched on this, and I would like to raise some issues a bit further and also ask you some questions along these lines. The section that you quoted from Polyanov's description of the Egyptian crowd at prayer, of the turbans and so on, is very much in the pejorative vein of even Dzigovertov's three songs about Lenin, the crowd at prayer, the faceless crowd, the turbans moving up and down and so on. And so the question then is, as you raise, what happens to Polyanov to give his rendition of Christ and the woman appearing in adultery, to transform it into a version that is uncannily congenial to modern sensibilities, in fact, more so even perhaps than it was in his own time. And I'm wondering to what extent he fits into the broad mid-19th century discovery of the historical Jesus, and indeed artistic depictions of the historical Jesus, whether in literature or in painting. And Jefferson Gettrell, I'm not actually sure how one says his last name, but he has written wonderfully about how Jesus emerges as a character in literature in the second quarter of the 19th century. And on the one hand, one has the theme of Jesus returning incognito to the present, somehow commenting on it. Another is simply the Jesus novel set in the Palestine, first century Palestine and so on. And of course, later people like Bulgakov would combine something of both elements, both Jesus incognito in the present and the historical Jesus. But what I'm wondering and what I would like to really ask you about is this purely a function of introducing the element of the biblical? Because if one thinks about, for example, paintings of Susanna and the elders, Susanna can be either titillating or austere. So it's not simply a function of the Bible. I mean, I would like to actually ask you about contemporary reactions to this painting. In particular, were people scandalized by this? What were conservative reactions to this painting in particular? Were reactions different to what they were, for example, Ivanov's appearance, Christ's appearance to the people? Like, I'm wondering, in Polyanov's case, is it because of the absence of Russian biographies of the historical Jesus? So does the process of historicization take on a different element? Does the type that you suggest of the beautiful Joseph is really, really interesting from that point of view. Does it matter that Jesus is the only figure with an uncovered head in this picture? Like, I checked as you were showing your images, literally every other person in the painting has their heads covered. Jesus does not. Is this a function of Jesus's not being the center of attention? And what do you make of that? Again, all of these are only sort of broader looks at the implications of the rich work that you have presented to us, and an invitation to you and to everyone else here to consider them more broadly, because this is truly virtuosic. Thank you very much. Thank you, Nadia. So we will open the open things up for questions. And while you in the audience are thinking of your questions, I'll invite Anastasia to respond to some of those comments if you like.
Я буду отвечать на русском. Никита, я приветствую вас. Очень рада, что вы присоединились. И если вы мне поможете с пониманием особенностей прозвучавших вопросов, я буду вам очень благодарна. Давайте я начну с вопросов Надежды, которые были только что. По поводу первый вопрос или какой-то комментарий, да, по поводу Иисуса. Вот на этой картине на самом деле кончается целый период в жизни Поленова, когда он увлечен вот всеми этими темами жертвы, насилия, власти и так далее. А в этой картине, собственно, он видит и то, и на самом деле дальше другое, потому что из этой картины проистекает его дальнейшее увлечение до конца жизни, потому что здесь он находит образ Христа, который дальше будет его занимать отдельно и полностью и целиком. Потому что если мы вспомним дальнейшие произведения Поленова, то это, собственно, «Христос на Геннесарецком озере», которое можно полностью противопоставить как раз «Христу и грешнице». Потому что вот тут он находит абсолютно идеальный восток. Такой восток без толпы, восток, в котором прекрасная природа и соответствующий ей размышляющий Христос, который на самом деле у него смыкается с образом реального человека-паломника. И, вероятно, его собственные переживания, когда он был на Геннесарецком озере, а у него очень там восторженное ощущение, как и на самом деле вообще у всех русских паломников в этот период от Геннесарецкого озера. Вот если сравнить впечатление Поленова от Геннесарецкого озера с вот этим контекстом, то это абсолютно, так сказать, ложится. И далее есть картина «Мечты», где Христос над озером такой задумавшийся. И потом целая огромная серия, которая называется «Из жизни Христа». И, конечно, для него главнейшим источником оказывается Ренан. И на самом деле, если вот, попытаться сравнить его картину на Геннесарецком озере, где, собственно, Христос и вот вся эта прекрасная местность, то, по сути, это прямо почти иллюстрация ренановского понимания Галилеи и того, как из вот этого чудного мира, прямо природного, как бы должен родиться Христос, и вот он появляется. Только в Поленовской интерпретации все-таки присутствует, конечно, русский аскетизм, потому что если сравнивать описание Галилеи у Ренана, то она вся блещущая солнцем, наполненная деревнями, жизнью и так далее. А у Поленова это, в общем, довольно аскетичные горы. Так что вот здесь происходит такой конец одной линии и начало другой, где Христос будет отдельной фигурой. Вот. Очень интересный вопрос, Надежда, о реакции на картину и, в частности, о деталях, связанных с этим, потому что как раз проблема головного убора была камнем преткновения. Если говорить об общей реакции, то как после развески картин, собственно, прошел инспектор, который сказал, что картина будет снята. Она слишком была откровенна, непозволительна и вообще без комментариев. Однако в этот же день, на сутки раньше, чем должна была открыться выставка, ее посещает Александр III. И она ему нравится, и более того, он спрашивает, не куплена ли она уже кем-то заранее.
Если нет, то он покорнейше просил и хотел бы получить ее в императорское собрание. После чего вопрос снимается. И именно поэтому картина в Русском музее, а не в Третьяковской галерее. Третьяков страшно переживал, что он заранее не договорился с Поленовым, и она, так сказать, да, ушла в императорское собрание. Это если говорить в целом о, так сказать, реакции. Вот она после одобрения императора картина была одобрена и позволена. А головной убор был камнем преткновения, потому что Поленов, приехав со Святой Земли, на самом деле, конечно, он понимает Христа как человека, как историческую личность. И поэтому он, видимо, очень хотел его костюм приблизить к тому, что он видел там сейчас. На самом деле у него было полное убеждение, что, поехав туда, мы почти перемещаемся в первый век, потому что природа не изменилась, и вот все эти восточные декорации, в общем-то, конечно, его в плен этих иллюзий повергали, что это абсолютно неизменно. В реальности, конечно, это было не так, но он верил в то, что это почти первый век. И именно поэтому он писал даже немножко такие наивные вещи, что, конечно же, Христос ходил с покрытой головой, потому что там настолько жарко и настолько невозможно не покрывать голову из-за солнца, что, конечно же, он ходил с покрытой головой. Но у него был просто конфликт даже дома. Его мать была страшно против того, чтобы Христос был вот в такой кипе, в такой современной шапочке. И в итоге, поначалу написав эту шапочку, то есть Христос был ровно такой же, как все остальные в толпе, он ее записывает и выделяет его тем самым, и делает его облик гораздо более традиционным, как бы таким библейским и иконографически правильным. Но как раз в первой же работе после, то есть в «Христе на Генесарецком озере», он пишет его в кипе. Да. То есть вот как бы там, да, он уже позволяет себе это в полную силу. И, конечно, платье грешницы, вот оно до сих пор меня волнует, потому что, видимо, ну, я не до конца еще владею этой информацией, но, видимо, это какие-то платья еврейских девушек, которые он видел там. Ровно в таком же платье с бляшками такими металлическими на груди, ровно в такое же платье у него облачена Богоматерь в Благовещении, в Царских вратах, в Абрамцевской церкви. Когда он приехал из путешествия, то они сразу оформляли в Абрамцево церковь Святого Духа. И он писал иконостас, ну, часть иконостаса. И вот именно там в первый раз он изображает такую девушку, очень похожую внешне и в похожем платье. Вот, это то, что касается примет, так сказать, одежды и того, как ему тоже хотелось приблизить на самом деле Христа к вот этому реальному облику. Надежда, я могла сейчас немножко уже пропустить какой-то еще вас ваш вопрос. Могли бы вы его напомнить? Да, такое, что было, но, пожалуй, так сказать, слушателям более интересно также, чтобы вы перешли к вопросам Эмили и дать всем остальным это прочее высказаться. Вы достаточно богато ответили на то, чем я интересовалась, и еще раз благодарю. Большое спасибо. Спасибо. Эмили, если я что-то забуду из ваших вопросов, пожалуйста, напомните мне. Я начну с последнего, потому что хорошо помню.
Это очень интересный вопрос. Спасибо огромное за вопрос. А где же его Европа и где же его Россия? А ответить на вопрос, где же его Европа, вероятно, нужно первой частью моего доклада. Потому что, по сути, его европейские сюжеты – это арест гугенотки. И это право господина, которые нарисованы во французских декорациях. Собственно, он в этот момент в пенсионерском путешествии в Европе и во Франции. Потому что, ну, да, все-таки таких отчетливо европейских других картин, эти самые, так сказать, значимые. Если же говорить о его России, то это пейзажная Россия. И вот тут есть вещи, которые очень близко смыкают ее с Востоком и ровно со Святой Землей. Потому что, например, есть его пейзажи Оки, где у него, как мы знаем, имение недалеко от Тарусы, Бёхово, Поленово, это там. И вот есть пейзажи Оки, которые увидены с таким поворотом реки сверху, и это очень похоже на его зарисовки Генисарецкого озера, не только из первого, но и особенно из второго путешествия, потому что кроме вот этого путешествия, о котором я говорила сейчас, 81-82 годов, он второй раз едет на восток, практически по тому же маршруту в 1899 году. Вот. И, конечно, его Россия – это усадьбы, и это камерные пейзажи в усадьбах, потому что это и заросший прудик, это и бабушкин сад, и такая усадебная Москва, да, вот, как, собственно, московский дворик. Так что это пейзажи, это природа. В чем это смыкается в некотором смысле с вот этим нахождением такого идеального топоса на Востоке, когда он уже рисует Христа и пейзажи? Эмили, вы затронули очень интересную тему сравнения с Верещагиным, которая чрезвычайно контрастна, потому что действительно у Верещагина нет совершенно вот этого религиозного оттенка, потому что Поленов, конечно, и религиозен, и целомудренен. И вот эти его пропуски и закрывание глаз на, так сказать, даже танцы Алмей, это, безусловно, ну, такое как бы воздержание, такое невидение этого. В каком-то смысле просто воспитанная православной культурой. Вот. И да, это очень плодотворно сравнивать эти толпы, хотя они разные, безусловно, но если говорить о вот этом заряде агрессии, то, безусловно, их можно и нужно сравнивать. И более того, изображение Верещагиным, очень редкое изображение женщин, смыкается с изображением у Поленова. Потому что это изображения этнографически честные и очень обыденные. Это такие бесформенные, укрытые фигуры, увиденные издалека и более ничего. Поэтому в целом, несмотря на такую полярность в каком-то смысле, это тема для размышления, безусловно. И был вопрос Эмили или какой-то мой комментарий о том, что удивительно, что вот этот комплекс ориентального он видит в Европе, в средневековой Европе. Да, но, как мне кажется, это вообще обусловлено тем идеологическим контекстом демократических убеждений, и той эпохой, в которую он живет, потому что, так сказать, женское движение, начало женского движения и в России, и в Европе, вот эти, так сказать, моменты
ну, освобождение после угнетения. Все-таки 61-й год, это даже вот просто эпоха великих реформ, на самом деле совсем недалеко. Это мы говорим о картинах 70-х годов, да, то есть это, в общем-то, ну, 10 с небольшим лет. Поэтому вот это видение социальных пороков в средневековой Европе, на самом деле, это, конечно, завуалированный во многом разговор о пороках российских, хотя вместе с тем и об общечеловеческих, таких как бы и внеисторических. Вообще такому, к сожалению, человечески животному стремлению к угнетению и обладанию. Эмили, забыла ли я что-то из ваших вопросов? Нет, ничего. По-моему, вы уже ответили на все мои вопросы. И кроме этого, мне кажется, что есть еще вопросы у зрителей, по-моему. Маргарет, помогите мне, пожалуйста, прочитать их из чата. Yes, please, please go ahead. And there's one question in the chat for you, Anastasia. And I can also, Maria Tarutina, I can ask you to unmute if you'd like to ask your question aloud. Добрый вечер. Большое спасибо, очень был интересный и насыщенный доклад. У меня такой маленький вопрос. Как вы знаете, Поленов тоже создал несколько ориенталистских работ во время его поездки и пребывания в Париже в 70-х годах, такие как «Одалиска» и «Египтянка». И вот у меня такой вопрос. Какое вот вы видите различие между этими ориенталистскими работами и работами, которые он написал уже после поездки на Восток, после поездки в Египет и в Константинополь? Как мне кажется, работы, созданные в Париже, они немножко в таком салонном академическом стиле. Вот. Но мне просто было интересно, вот как вы понимаете эти различия. Вы абсолютно правы, Мария, абсолютно правы, потому что эти две вещи, они в русле европейского ориентализма, который он открывает для себя, приехав в Европу, ибо, будучи в России, он таких работ не видит, их в русском контексте нет. И он, по сути, просто пробует себя в, так сказать, таком необычном жанре. Но это такая экзотика, это вот такой саидовский вполне как бы взгляд, и различие, конечно, огромно. Потому что вот в первую очередь происходит вот это смещение фокуса. Вместо соблазнительных, прекрасных женских тел мы видим очень сложную и во многом отталкивающую толпу, которая становится главным героем. И более того, несмотря на словесное, да, как бы противопоставление толпы за фарисеями и такой прекрасной толпы, слушающей Христа, изображает он их как две части одной толпы. И вот это на самом деле ну, еще одно смещение. То, что просто, так сказать, здесь вот эта история становится абсолютно частной, она становится некоторым провокатором гораздо больших таких историй, которые уже затрагивают какие-то массы и инстинкты. I'm going to go ahead and ask a question, Anastasia. I was wondering if you could say a few words about Polyanov, the relationship of Polyanov's work to earlier Russian artists working in the Caucasus, for example, like Gagarin or others. From earlier generations to compare his approach. Mm-hmm. About можно по-русски, если вы. О, Никита, правильно ли я поняла, что интересно узнать мнение Поленова о художниках предшествующего поколения, которые, например, рисовали на Кавказе? Или я неправильно уловила? Насколько я понял, да, в каких отношениях он находился, с, может быть, с этой изобразительной традицией в том числе. Маргарет, я думаю, что глубоко он ее не знал.
Указаний на это в его переписке нет. Скорее всего, он знал такие вещи, которые были в контексте. Например, рисунки братьев Чернецовых, которые были в Святой Земле, и их изображение очень такое, так сказать, паломническое, всех святынь. Это публиковалось, было известно, и в его эскизах Святой Земли можно найти перекличку и диалог с этим. Но думаю, что как бы верхним слоем был знаком. Thanks. I have actually a follow-up question, and that is writers like Dostoevsky, like Tolstoy, like George Sand, they depicted not only Jesus, let's say, but they also depicted paintings of Jesus in their fiction. And in your experience, to the best of your knowledge, do any works of Russian literature engage with this painting or any other painting by Polyanov in their fiction? Because I think they do with Ivanov, right? And the appearance of Christ to the people, but I'm not. Никита, вопрос о том, есть ли литературные произведения, которые как бы корреспондируют с картиной Поленова? Которые конкретно на нее реагируют и которую как бы ее описывают, если что, как бы реакция писателя или как писатель изображает реакцию людей на Поленова. Если это да, да. Это очень интересно, потому что на этой же выставке, на которой передвижников, на которой была эта картина, первый раз выставлялась «Боярыня Морозова». И это было две толпы, встретившиеся в одном пространстве. И поэтому было две статьи, которые касались именно этих картин, как вот этой проблемы открытия толпы. Это Гаршин и Короленко. И это очень, да, очень значительный такой вклад в понимание обоих произведений. Да, если можно, я прежде всего прошу прощения, что я опоздал на встречу. Я приехал в Финляндию, я все еще живу по московскому времени. Вот, поэтому прошу прощения, если это уже затрагивалось, но в продолжение у меня вопрос про, собственно, известность этой картины для широкой аудитории, то есть были ли сделаны какие-то литографии, опубликовалась ли она в Ниве, там, во Всемирной иллюстрации и так далее, и так далее. Некоторые комментарии также к тому, о том, что вы сказали, что встретились две толпы. Насколько я помню, «Боярыня Морозова», там еще была, собственно, Поленовская картина, и в 87-м году в Москве, если это была выставка, то там еще также был Александр Третий со своими старшинами, и там из писем Репина мы помним, что он интересовался, как там все это было повешены также. И еще маленький вопрос про источники Поленова, именно этнографические. Я опять же прошу прощения, если об этом говорилось, но известно, например, что Репин, когда писал свою картину, это было несколькими десятилетиями ранее, Иов и его друзья 1869 года, то Стасов тоже, соответственно, на библейский сюжет произведения, где Репин изобразил Иова и его друзей, которые по тексту представляли разные национальности. Стасов очень хвалил Репина за передачу и попытку передачи вот этого классического Востока. То есть он противопоставлял то, как современные художники изображали Восток, именно как вы описали
как хотел бы изобразить Поленов, да, то есть несколько осовремененным. Стасу как раз-таки нравилось, что Репин попытался воспроизвести, да, вот эту, как он пишет, по-моему, классический Восток, да, и обращал внимание на то, какие одежды могли носить эти персонажи на этой картине. И мне, в частности, удалось обнаружить один из источников, который использовал Репин. Была такая иллюстрированная энциклопедия Кречмара «Народы мира», вот, которой пользовался Репин, и Репин же упоминал это издание, когда они с Поленовым были в Париже в пенсионерской поездке, и когда Репин писал «Садко в подводном царстве», он писал Стасу о том, что пришли мне какие-нибудь материалы, Кречмара не надо, он у меня есть. Соответственно, Поленов тоже мог быть знакомым с этим изданием. Вот какие-то про возможность использования подобных источников, да, также было бы интересно узнать. Спасибо большое. Спасибо большое, Никита. По поводу первого вопроса, у нас есть довольно богатая реакция, которая опубликована, она была и в прессе, и она видна по переписке, когда эта картина отправилась в вояж по городам России, когда, собственно, выставка была не в Москве и не в Петербурге, а вот потом они, да, отправлялись в там, Харьков, Киев, в крупные города. И мы знаем о том, что она действительно пользовалась огромным спросом, потому что вот в этих опубликованных материалах, вот в этом двухтомнике про передвижников, да, там все время таким рефреном идет, что вышли все литографии, их опять распродали, опять на грешницу не хватило опять литографий. Поэтому, да, конечно, она очень известна, и да, видимо, в очень разной публикой, так сказать, была спрашиваема. Вот. С точки зрения этнографических источников, это очень хороший вопрос, Никит, и я могу сказать, что для него, видимо, в первом путешествии, после первого путешествия, были очень важны письменные источники. То есть, но, конечно, такие как бы художественные реконструкции наподобие Ренана, потому что есть упоминания в письмах и в том, что вот публикует Сахарова, потом в документах и воспоминаниях, комментарии его жены, которая перечисляет, собственно, литературу, которой они сейчас увлекаются. Она вся про раннее христианство. Так что это в первую очередь письменные источники. То, что он пытался исследовать внешность иудейскую и после уже возвращения делал это с знакомыми. В частности, он Левитана драпировал и зарисовывал для того, чтобы тоже как бы приблизиться к, так сказать, изображениям подлинной внешности, да, того, что, как ему казалось, да, ему вот не хватало. И, наконец, он над картиной работает много в Риме, где вот известно, что пользуется там драпировками и вещами. Но ничего более подробного мне конкретного не удалось выяснить. Думаю, что это скорее такие довольно условные, так сказать, вещи. А по поводу Кречмера большое спасибо. Я даже поинтересуюсь, что там за этнографические изображения иудеи. Потому что вот женский костюм с бляшками явно совершенно, так сказать, имеет свой источник. Okay, thank you. Actually, I just wanted to ask one maybe more general question, if I could. Could you say a few more words, or a few words, please, about the study of Russian Orientalism in Russia? Because I don't work on Orientalism myself, but I think for many of us, it would be interesting to know about art historians working on Russian Orientalism. Как таковой
иконографии русского, такой библиографии русского ориентализма. Может быть, Никита тут может меня поправить и дополнить, я буду только благодарна. Я не могу сказать, что она обширна, и такой вопрос, как именно русский ориентализм, скорее ставится западными исследователями, нежели отечественными. Есть цикл статей Бобрикова об этом. А дальше, скорее, мы можем говорить о каких-то разделах, посвященных вот этому в исследованиях тех или иных художников. Но здесь я бы хотела выделить каталог, который вышел к относительно недавней, года 4, наверное, прошло, с выставки Верещагина, которая была в Третьяковской галерее. Потому что вот ее каталог, пожалуй, подготовлен так, что статьи там уже касаются не просто Верещагина в той или иной части восточного мира, но как раз уже могут говорить о какой-то постановке вопроса, ну, ракурса, да, вот именно русского видения ориентализма, исходя о том, что, собственно, Россия сама во многом является именно этим Востоком. Вот, к сожалению, такой методологической постановки вопроса, как специфика русского ориентализма, вот, может быть, тут Георгий пишет, может быть, стоит озвучить из чата, и, Никита, если вы можете дополнить меня, я буду благодарна. Да, я тоже хотел как раз упомянуть имя Инессы Кутейниковой, которая делала выставку. Это, по-моему, Георгий пишет о каталоге или издании, которое вышло к выставке, по-моему, в Нидерландах. Угу. Да. So thank you very much. Thank you. So if there are any more questions, I think that you would have raised your hand or put them in the chat by now. So I want to just thank our speaker, Anastasia Losieva. Thank you so much to our two собеседники, Emily and Nadia. It's been really fascinating to hear all of this new work and to just a very rich discussion. So thank you very much. And I'll just remind everyone that we will see you again in the new year. Meanwhile, happy holidays, happy new year. Thank you. Yeah, happy holiday. Yeah, and thanks a lot, Nadia and Emily and everybody. Yeah, thanks.